Народ интересуется, кто же такой рок-н-ролльщик. Я отвечу. Все мы любим жить красиво. Одним деньги, другим слава. Но реальному рок-н-ролльщику нужно все. Нет лучше школы, чем старая, а уж в ней я мастер. Старая школа. Значит, работаем так. Этих башкой в чан, а я пока выпью чайку. Очень надеюсь, они могут задержать дыхание на время, пока чайник не вскипит. Ладно, увидимся. Времена меняются. Молодняк не уважает старую школу. Новая школа. Во сколько это обойдется? 7 миллионов евро. Звони бухгалтеру. Мне нужно 7 миллионов евро. 7 миллионов? Дикая банда. Тебе чего? Тебя. Потанцуем? Ты танцуешь? Танцую ли я? У меня есть работа. 7 миллионов евро без охраны. Это ограбление? Да, ну самое. Где задняя передача? Надо выжать кнопку под рычагом. Нашел. Рок-звезда. Скандальная рок-звезда Джонни Квин. Пропал, считается погибшим. Наш Джонни? Если погиб, то уже третий раз за год. Я умер, Пит. А мертвые не любят гостей. Ведь твой пацан не погиб. Найти ее. Твой парень у нас. Его вымыть нужно. Воняет, как козел вонючий. Это мой город. И ребят захвати. Принесите мне труп. Покинуть корабль! Что не ясно, у них стволы. И к каждому по реальному боевику. Да вы настоящие рок-н-ролльщик? Рок-н-ролльщик? Рок-н-ролльщики? Джерард Батлер. Том Уилкинсон. Танди Ньютон. Джереми Пивен, Крис Бриджес. Ребята, вы собираетесь кончить его? Мы что, по-твоему, гангстеры? Ну-ка сюда! Ух ты! Рок-н-ролльщик. Не дрейфь, он теперь безобиден, без головы. Смотрите в кинотеатрах с 29 января.